В стабильно тяжелом состоянии сейчас находится мальчик, который сорвался со скалы в Баянауле. Он в коме, но врачи уже отмечают положительную динамику в его состоянии. Напомню, несчастный случай произошел в минувшую субботу в курортной зоне Жасыбай. 9-летний мальчик вышел в горы вместе с бабушкой, мамой и братом. Не удержавшись на скале, он упал с высоты 3 метров и ударился головой об камни. На место происшествия первыми прибыли спасатели. Пострадавшего доставили сначала в Баянаульскую районную больницу, а позже перевели в детскую областную. Он по-прежнему в реанимации. Ребенок с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом головного мозга, переломами костей свода черепа, доставлен был в состоянии комы. Состояние несколько стабилизировалось за эти дни. В оперативном лечении он не нуждается. Лечение проводится консервативно в полном объеме. Все необходимое есть. Специалисты занимаются. Делается все возможное.